В аэропорту Гамбурга были отменены все рейсы. Пассажиров и персонал эвакуировали. По предварительной информации, причина ЧП – неизвестное вещество, которое попало в систему вентиляции. Пострадали по меньшей мере 50 человек. Они жалуются на проблемы с дыханием и кашель. Об этом сообщила наш СОПКОР в Германии Шолпан Найманбаева. Полиция выясняет, что за газ стал причиной происшествия. Одни из рассматриваемых экспертами версий – сбой в системе вентиляции или распространение раздражающего газа. Сейчас работа воздушной гавани восстановлена.